а что по матчу говорить? Очень тяжело, говорит, после дебюта, такого, можно сказать, неудачного. Ну, что мы предполагали по ЦСКА, на этом как бы и обожглись. Что думали, что ЦСКА будет на контратаках играть. Гол привезли сами себе. Потеря, 2-3 передачи. Это футбол. Обсуждалось ли с руководством, возможно, ваше продление работы с клубом, да, и избавление от приставки ИО? Ну, такой разговор был. Вы сказали про ЦСКА. Хотелось бы понять, что хотел сегодня сделать Локомотив, потому что я ничего не увидел. Вот лично я. Что хотели сделать на игре? Такой вопрос, да, был? Хотели выиграть. За счет чего? За счет контроля в центре поля. Что мы и провалили. Также на контратаках. Что не получилось. Сегодня впервые в Локомотиве вышли, сыграли в центре поля Миранчук и Фернандеш. Насколько этот эксперимент себя оправдал? И как вы считаете, будет ли он иметь продолжение? Ну, это не был эксперимент. Мы уже так уже пробовали играть и раньше. Но я еще раз убедился, что мы, думаю, отойдем от этого.